Бросить все-таки на царство. Пошли все куда подальше. Это мы должны. Не получится. До московского княжества доиграть. Армяне хорошие, азербайджанцы хорошие. Этих не обид. Про русских надо думать. Так. И тогда, вот последнее только хочу сказать. Вы все говорите, ну а когда же мы что-то сделаем? А что мы ждем? Результат будет тогда, когда все наконец хорошо подгорит. Блин сырой кушать тяжело. Пусть он прожарится хорошо. Пусть вся Средняя Азия, как Бишкек, там вся, все прогорит там. Чтобы там постоянно были перевороты. Чтобы горел постоянно Карабах и мучились и армяне, и азербайджанцы. Чтобы взбунтовалась Прибалтика. Чтобы вспух Донбасс до Киева. Чтобы Молдавия, чтобы все они поняли, что они никто. И тогда руководство России скажет, я предлагаю одну формулу, простую. Восстановление границ Советского Союза.